Это единственное место, из которого мне хотелось сбежать. Но обо всем по порядку. Мой самолет приземлился в одном из 14 самых крупных городов мира вечером 31 декабря. Чего можно ждать от финансовой столицы Латинской Америки? Подписывайся, а я пока расскажу. Бизнес-центры, небоскребы, дорогие автомобили. Все это здесь есть. Город на втором месте в мире по количеству вертолетных площадок. Местные богачи предпочитают перемещаться по воздуху. И знаете почему? Не потому, что экономят свое время, как мне кажется, а потому, что перемещаться по земле порой бывает просто страшно и неприятно. Я была в шоке от количества мусора и бомжей. В центре города есть район, который называют Кроколандия. Там живут десятки тысяч бездомных. Они везде. И самое печальное, что у многих проблемы с наркотиками. Смотришь на них, а они как зомби. В туалет ходят прямо на тех же улицах и пешеходных мостах, около которых живут. Это нужно увидеть. Но сюда не хочется возвращаться. Город этот – Сан-Паулу в Бразилии.